Силами благотворительного фонда «Белая лилия» в 5-м микрорайоне города Гагра ведутся работы по строительству детской площадки. Строительство детской площадки началось в августе, окончательный срок завершения работ приходится в марте следующего года. Площадка охватывает 1250 квадратных метров. На ее территории будут располагаться разнообразные качели, горки, карусели, детский песочный домик, теннисный стол. Для детей также будет установлен познавательный материал, к примеру, светофор, который будет помогать детям правильно и, самое главное, безопасно передвигаться по городу. Помимо развлекательного комплекса, на территории площадки будут установлены лавочки. Всю эту красоту будут дополнять, а также украшать растительные насаждения, которые будут находиться как вокруг, так и внутри парка. Данная площадка будет напоминать небольшой сквер, где местные жители могут проводить время, играть со своими детьми. Подобная детская площадка является не первым подарком, которым радует местных жителей благотворительный фонд «Белая лилия». Аналогичная детская площадка ранее была установлена по улице Абазга. Необходимо отметить также, что благотворительный фонд «Белая лилия» оказывает помощь и поддержку малоимущим семьям и детям, страдающими различными заболеваниями.